Жизнь Отечеству, честь никому. Сегодня, в День российского кадета, присягу приняли воспитанники Чебоксарской кадетской школы имени Героя Советского Союза, полковника Александра Кочетова. Себя допрести честь свою и школы. Клянемся! Воспитывать в себе лучшие человеческие качества. До сегодняшнего дня просто ученики пятых классов, а теперь кадеты. Сегодня они получили кадетские книжки. Самые отличившиеся ученики из рук главы Чувашии Михаила Игнатьева. Товарищ глава Чувашской республики, воспитанник Александр Ромов для получения кадетской книжки прибыл. Поздравляю. Служу Российской Федерации кадетской школе. Сейчас им по 11-12 лет. Какую профессию ребята выберут в будущем, покажет время. Впрочем, статистика свидетельствует. С формой во взрослой жизни расстаются немногие. Практически многие кадеты поступать будут в военные училища, станут достойными офицерами вооруженных сил Российской Федерации. Несмотря на юный возраст, новоиспеченные кадеты понимают, их форма не для красоты. Теперь я стану военным, буду защищать свою родину. На наших плечах большая ответственность. Я уже с малого детства мечтала поступить в кадетскую школу, здесь учиться, узнавать разные корабли, как они называются, получать медали, награды. Может быть, и дальше пойду по военной части, в Суворовское училище. Сейчас мы собираем с ней вместе старинный корабль. И на следующий год будем уже участвовать в конкурсах с этим кораблем. Поэтому у нас как бы надежды есть на дочку, что будет потом мореплавателем. Сейчас это надежда родителей. В будущем надежда страны.